Всем привет, на связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами изучать систему J-Casa, урок номер 12. Давайте посмотрим, как реализовать вот такие вот звездочки, то есть это рейтинг товаров. Мы видим их под заголовками у каждого товара. Если мы пройдем внутрь товара, здесь также этот рейтинг присутствует, где мы можем оценить, нравится нам этот товар на 5, да, или мы можем оценка 1 поставить, то есть 1 звезда, значит товар нам не нравится. То есть если мы кликаем, у нас всплывает вот такое окно с текстом «Спасибо за оценку». Причем, если я нажму еще раз, у меня всплывает окно «Вы уже оценивали этот продукт». То есть это очень хорошая возможность оценить продукт только один раз, да? То есть избегая накрутки рейтинга. Давайте перейдем в админку нашего сайта. Перейдем «Инструменты», «Расширение». Прокручиваем ниже. Находим данный плагин. Вот его название. Нажимаем на кнопку «Установить». Установка у нас успешно завершена. Он у нас в самом низу здесь в списке. Нажимаем на иконку вилки. Переходим в настройки плагина. Включаем его. И видим здесь всего две опции. Звезды из плагина, из шаблона. Сейчас проверим, как это выглядит, что это такое. Показать счетчик. Показать. И на вкладке «О плагине» идет информация о данном плагине. А давайте нажмем «Сохранить». Перейдем на фронтальную часть сайта. Сейчас мы видим, что никакого рейтинга нет. Обновляем страницу продукта. И видим, здесь рейтинг появился. Давайте попробуем оценить. Так, у нас с вами все работает. Дальше возвращаемся в настройки плагина. Посмотрим, что такое из шаблона. Сохранимся. Обновимся на сайте. Ну, это у нас получается дизайн, да, меняется. То есть, как вот здесь, вот такой дизайн. Если перейдем в продукты, теперь видим, что есть звезды у каждого продукта, где мы можем оценить товар. Вот такой вот получился небольшой урок. Надеюсь, для вас урок был полезным. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании под этим видео. Напоминаю, что у меня осталось всего 25 уникальных промокодов на покупку системы J-Casa с 15% скидкой. Поторопитесь. Кого предложение заинтересовало, пишите мне на почту. Я вам бесплатно вышлю промокод. На этом здесь все. И до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.